Каталажка приехала спасти Тойоту. Аккумулятор опять сел. Давай, все. Дай! Так, а что, вообще нормально проехать? Так, да, ну круг запороли. Могли бы не застряли, чтобы время было на два круга. После зубов в этот. Ну, это, будучи. Отходим. Каталажка спасает топовую 70-ку. Не удержит, наверное. Тормозов не хватает, естественно. Тут он сидит. Наоборот. Вверх попробуй, Ваня, попробуй сейчас вверх, должно подтянуть его. Вот это надо. Ну да, давай, давай, давай. Нива едет на помощь. Это очень серьезный участник. Да, да, сзади. Это решетка какая новая, модная. Самая новая деталь в этой машине – это решетка. Давайте, тем, кто не видел, как внутри она выглядит. На правую руль. О, давай. Понял, он сказал руль направо. Так, подписываемся на канал, друзья, да. Колокольчик. Делимся роликами. Много есть хороших. Ну и вот организаторы этого мероприятия. Всем рекомендую. А это одни из участников. Тоже топовый клуб. Смотрите, он проводами вытащит того, а того вытащит тросом. Поняли? Провода же они же прицепили это вместо троса. Новые технологии. Да, тут он засандалился не по-детски. Вода уходит. Аккумулятор умер. Машина хорошая. Не поцарапали. Колеса и не надо включать. Он так быстро еще на Ниве не ездил задним ходом. Пристегни, сейчас большая скорость будет очень. Чтоб не ударился. Сейчас будет экшен. Глумиться над Тойотами и Ниссанами. Да, гоночка завершилась, но теперь оффроуд пошел. Произвольная программа. Лашка с мерседесовским мотором творит чудеса. Вот, блин, глянь, за мной гоняется. У тебя грыжа на заднем колесе. Блин, на камеру работает просто. Рус, то не грыжа, то боковой зацеп. А, то не грыжа, говорят, боковой зацеп. Вот исполняет. Thank you.
Ты представляешь ему дать алюминиевую котлету из Литвы, чтобы он делал тогда? Ложись под колеса, снимай! Да, да, сейчас. Я проникаю вовнутрь. Сейчас, сегодня внутри мы не были еще. Ну как тут? А что это за труба? Шноркель. Шноркель? Быстросъем? Да. Тузик грелку. Глумишься, короче, над топовыми внедорожниками. Там надо что-то придумать. Там якорь зарыт еще. Потихоньку, Ваня. Подожди, он слышал или нет? Стой. По чуть-чуть, чтобы не поломать его, понял? Аккуратно. Так а где якорь? Там? Под землей где-то? Да, он уже. Не, Назад. Может лопатой, пацаны? Вот тогда стань жопу, сейчас я видно. Выдупай. Якорь шел где-то отсюда, сказали. Аж от края или что? Да. От края зашел якорь. А ты можешь выехать? Оттуда заехать сюда в болото. А зачем ему заезжать? Я просто размотал спарить. А вот там. Якорь, представляете, как зашел? Хорошо сидит. Слышишь, это ты, Игорёчек, это ты затянул? Ты выкапываешь. Буду сейчас снимать и будем ископать. А, вот так, да. Так что ты будешь. Издеваются. Да. Ты же так все равно надо сейчас трошки раскопать. А что, привез лопату? Я его вытянул. Ты посмотри на эту лопату, елки. Это специально. Для откопки якорей специально. Для откопки оригинальная. Нормально. Яка тачка, такая и лопата. Там оно мяке, в принципе, оно нормально. Это же мотороллер лопата. Это твоя или что? С копейки. С копейки лопата? Это лопата укомплектована, бессмертная копейка была этой лопатой. С завода да? Слышь, мне кажется, он где-то метра два в землю ушел. Смотри, его нету. Ты посмотри, что творится. Давай, пусть этот копает, который зарыл, блин. Это не он, это зубы, да? Зубы идут копать. Звони зубам, пусть идут. А ну, вонка на лопатах, хай берут лопату. Кто быстрее выкопает якорь, тот первый, да? Слушай, я тебе знаешь, что скажу, если... Это ж, бля, мы же такие копки, вот это глызы, не знаю. Мы все равно руках ее не вытянем. Вот тут трошки раскопаем, все равно будет дергать. Да нет, давай полностью выкопаем. А ну-ка, возьми. Снимай, покажи як. Може йти отак чи ні? Може. Утром ходили. Слышь, адидасы не испачкай, осторожно, Игорь, блин. А где самый лучший стол зараз? Куда мне идти? Там нормально, там хорошо тоже. Куда мне сейчас идти? Я думаю, тебе это кого? Посмотри, его нету, елки. Мы не там копаем? Да нет, просто сейчас... Он сейчас до воды дороет. Что ты не смотрел в чобок туда? Игорь, смотрел фильм «Крот 2»? Да. А ты смотрел фильм «Крот 3»? Ты его сейчас снимаешь. Три дня, это да, да. Давай, ты уже выдохся, елки, у тебя уже ноги не держат. Отдай лопату, блин. Такой нагрузки, как за эти три дня, не получал, наверное, уже лет 20, блин. О! На боку, блядь. Ага. Ну, Иван, подивись, тяну его. Та куда ты шо? Давай чуть-чуть подерем, типа вверх. Да. Копай, о, подожди, а вот сюда? Ухо откопай, там еще одно. Да уже копайте, зачем тянуть, блин? Во-первых, смотри, будет дополнительное препятствие на Новый год. На спецучастке яма такая неожиданная.
Яма имени Бакала и его якоря. Ты понял? Владимир Сугукин, понял. Для зрителей. Конкурс? Конкурс для зрителей. Кто выкопал быстрее якорь? Так... Я говорю, какие подарки там надо для зрителей, как купайте. Закапывайте сим. Давай, сейчас я попробую. По... Да, вот так, посбрасывай и все. Отходи, поснимался в кино, отходи. Понял. Следующий. Ваня, скажи, не проехать не могут, не подлебедить, не якорь выкопать. Понакупляют этих Тойот непонятных, да? С якорями. Мальчик, отойди. У тебя сейчас сядет опять аккумулятор. Задний. Да, такого я еще не видел. Блин, зверюга. Еще с землей бросается. Походу нормально, Борка надрывала эту землю там на горе. Як не дривалась? Это на одном колесе вылетало. Мы у нас. Подривалось. Не так, как вам надо цей. А где? Рома, не утекай. Ты куда ходил? Сейчас вы ему этот сломаете крю этот и все. Давайте по верху назад. Лебедка, на той. Вот за задний крючок ты поломаешь. Сейчас, за задний крючок. Давай для спецучастка выкопаем новую яму. Что за люди, да? Что-то сломать, не машину, так якорь. Посмотри, где он. Это жесть вообще. Вот вас трохи медленнее, но она тянет. Она пытается поляки в Украину на заработку. Давай, я подержу. Опять же на работу. Дай, он покопает. Так поляки на заработку в Украину приезжают. Расскажешь, как якорь выкапывал в Украине. Тебя в Польше спросят, что ты делал в Украине. Ты скажешь, якорь выкапывал. Иди. Буду проезжать через границу, скажу, а, то ты у нас это алюминий выкапывал, да? А, да. Нельзя, слышишь, точно да. Тебя. Не посаду сразу. Ты я подожду, еще не выкупал. Давай пока чуть-чуть подружу. Чуть-чуть. Уже помыкнуть. Уже Ванька раз помыкнуть. А ты куда еще не выкупал? Смотри, как работает якорь четко, да? Слышь, это где-то видео раз 18 надо будет ускорить, ну, чтобы быстро он его выкопал. Для ТикТока, если, да? Там 59 секунд только. Все, хватит, доставай его. Влад молится якорю, видишь? Да. Не хватит, а нафиг за... Да нет, так сейчас отломают. Как? Не отломают. Отломают зуб там, ну, поломают алюминий. Давай. Вообще переезжай, да? Сейчас чуть-чуть пойди, и давай. Еще назад. Еще. Не очкуй. Это как-то здорово. Было. Не очкуй. А вообще давай, чтобы... А, нет, все, падай, давай. Вот так. Это вы сурдоперевод увидели, да, или что? Давай. Ничего. Создали. Ну, сейчас сломают амортизаторы, пружины. Давай. Дай, побегу, давай. Разобьешь фонари якорем сейчас. Давай. Смотри, сейчас раз и Тойота в землю ушла к якорю. Все, пошел. А прикинь, как они его зарыли, елки-палки. Спецучасток новый выкопали. Так и пошел. Подъезжал, уезжай. Это жесть. Что жесть? Подивись, загнули якорь, елки-палки. Согнули. Ну хороший якорь, качественный. Да, вырывается хорошо. Да. Согнули чуть-чуть, да. Да, он согнутый будет еще работать 100 лет. Даже лучше сейчас будет. Аэродинамика поменялась. Подровнять, под колесом, а прессом выровняется. А ну прессом, да. Постовочки на любой, пришел. Король не вытянул за это, мы бы не вытянули. Да, за это мы его думали, что купили. Да, вот такое кино. Да. Зайди в яму, чтобы показать глубину. Ты заходи, я с ним. Иди ты. Да, иди ты.
Да тут вроде буровая установка работала. Все, Игорь, пока. Да, давай. А что тут произошло? Йо. Что-то разобрали на ходу, да, я понял? Не, мы без колеса приехали, мы же видели, что мы ехали без колеса. Ломала полуось. И все оторвало, да? Да. Разорвало. Ого, можете, конечно. Да, это зеленые человечики, что тут скажешь, да? Доставайте борщ, снимайте карты на первом. Что там, что сломали? Бегу. Ничего? Просто русское болото оставляем им. Просто застряли или что? Не застряли? Сколько кругов? Три, да? Красавцы. По такой жести. Нива рулит. Да, Нива. Нива рулит. Нива серьезная. Где, на заводе еще? Еще не выпустили ее, да? Чернигове.